Значит, следующая песня, это песня о моей бабушке. Просто она как бы логически продолжает вот ту тему, которую я только что... Ну, то, о чем я с вами только что говорила. Надо ли что-то говорить? Наверное, не надо. В коммуналке тесной и огромной, в доме у Аларчина моста, что в районе Питерской Коломны, был жильцов неправедный состав. Там людей культурных было мало, но нелепо для подобных мест. В комнате у бабушки стоял пианино фабрики Мустрест, много шумных кухонных баталий было среди этих старых стен, но скандалы часто замолкали, ссоры останавливал Шопен. В той дороге лишнего не надо, дочка, да с вещами узелок. Погнала война из Ленинграда в никуда на неизвестный срок. И сказала бабушка соседям: все, что есть, я оставляю вам. Может, мы обратно не приедем, а приедем новое создам. Шли за хлеб, одежда и ботинки, ведь важнее тепла и пищи нет. Шли в растопку мебель и пластинки, был разобран и сожжен паркет. Навернулась бабушка с Урала, бог не выдаст, а свинья не съест. Среди голых стен одно стояло пианино фабрики Мустрест. Вижу, как вы тяжко выживали. Что же пианино не сожгли? В душах вальсы чудные играли. Вас мы